Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет! И с вами снова говорящая чихуахуа Софи. Мы до сих пор в Таиланде, и сегодня у нас всего 22 градуса. Это очень холодно, так как непривычно. Меня очень часто просят снять видео о том, как отучить щенка или собаку кусаться. Ну что ж, поехали! Начнем с того, что у любой собаки должна быть возможность реализовывать свои инстинкты в приемлемой для человека форме. И сегодня мы поговорим о случаях, когда собака кусается во время игры, на ажиотаже или даже считает само кусание рук или ног игрой. В случае же, если собака склонна к агрессии и озлобленности, охраняет еду, кусает, когда считает нужным. Речь идет о том, что собака думает, что она лидер, а не вы, и в этом случае требуется глубокое и длительное воспитание. Об этом я обязательно сделаю отдельное видео. Итак, ваш щенок укусил вас во время игры, порой это даже больно, или он считает ваши руки и ноги игрушками и поэтому кусает их. Это нормально, потому что щенок пытается проявить свои лидерские качества, пробует силу своих зубок. В этом случае он еще мал и не понимает, что делает, и вам предстоит ему объяснить. Если же это взрослая собака, но не агрессивная, просто тоже не контролирует укусы и кусается во время игры или играет с руками и ногами, значит где-то вы промахнулись с воспитанием и разрешили ей это делать. Теперь вам придется отучить ее. На первый взгляд это может показаться не связанными вещами, но самое лучшее лекарство от любого негативного поведения собаки – это ваш с ней контакт. Для того, чтобы отучить собачку кусаться, нужно: первое, наладить контакт. Второе, применять профилактические методы. Итак, в первое входят совместные прогулки, особенно в неизвестные для собаки места, постоянные дрессировки самого разного характера, узнавание чего-то нового. Во второе, приучить собаку играть только с игрушками, а не с вещами, и не играть с ней голыми руками или ногами. Должна знать свое место. Также неплохо было бы приучить собаку вести себя спокойно во время дрессировки. Например, команда «Тихо». Сначала какая-то активность, игра, а потом команда «Тихо» и поощрение тихо. Этой команды. Тихо. Молодцы. Молодцы. Тихо. Я уже отлично знаю эту команду, но если собака продолжает играть и не реагирует, можно немного ее усадить и подержать, а потом похвалить, как только она успокоится. Если же она слишком активна, можно немного ее прижать к полу, пока не успокоится, и снова поощрить. И так много раз. Со временем собака поймет команду. А теперь методы воздействия. Как же отучить кусаться? Первое. Игнорирование. Если щенок или собака укусила вас нечаянно, без злого умысла, в процессе игры или когда намекала на игру своим игривым поведением, то наказывать нет смысла. Лучше просто временно прекратить игру и подождать, пока собачка немного успокоится. Второе. Отвлечение игрой. Щенка до 3 месяцев лучше вообще не наказывать, и если он играет с вашими руками, ногами или вещами или обувью, нужно отвлечь его внимание на что-то более интересное, на игрушку. Просто возьмите игрушку и переключите внимание на нее. Включайте фантазию, это можно сделать совершенно разными способами. Если же ситуация усложняется и первые способы вам не помогают, можно применить и уместное наказание. Итак, третье. Чаще всего питомец относится к вам и вашей семье с любовью и уважением, поэтому нужно обозначить ему, что он сделал больно. Это может звучать немного нелепо, но для этого можно взвизгнуть при укусе, издать какой-то звук или даже сделать вид, что вы плачете и вам больно, после чего нужно встать и уйти от животного. Этот метод наиболее действенный в вопросе именно перевоспитания собаки, поскольку именно так она понимает, что сделала авторитетному и любимому хозяину больно. Если же собака намеренно вас укусила, например, за подход к миске с едой или за попытку погладить, тогда обязательно нужно применить более жесткий способ, чтобы показать, кто тут главный. Если же это делает взрослая собака, как я уже сказала, это отдельная тема, и мы поговорим о ней в другой раз. Так как же показать, кто главный? Первое. Именно так делают в стае. Именно так делает собака-мама. Прижать немножко к земле, подержать, плюс команда «нельзя», «фу» или любая другая, которая вам нравится, строгим тоном. Посмотреть грозно в глаза. Тем самым это умерит пыл. И дождаться, пока собака успокоится и перестанет вырываться, если она вырывается. Затем лучше сделать какой-нибудь положительное действие, например, исполнить команду и поощрить. И второй способ практически такой же. Нужно лишить собачку равновесия, немного приподнять от земли. Плюс, опять же, команда «нельзя», «фу» или та, которая вам нравится, а также серьезный тон. И после того, как собачка успокоится и поймет, можно сделать тоже что-то положительное. Применяя все эти методы в комплексе или выбрав один из них и постоянно его повторяя, когда поведение нежелательно, вы обязательно отучите свою собачку кусаться. На самом деле нужно только терпение и любовь к вашему пушистому другу, и тогда у вас все получится. Если хотите видео о том, как показать собаке, что лидер вы, ставьте лайк к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока! София, как ты считаешь, мама главнее, чем мы? Конечно, она главнее. Я тоже так думаю. Пойдем, ей это покажем. Пойдем. Кто главный?
Ты и мамочка. Молодец. Ты и мамуля. Молодец. Кто главный? Ты. Кто? Ты.